Всем привет! Меня зовут Регина, и вы на канале Regina Lions. У нас сегодня с вами будет глобальная распаковка. Все потому, что мы сегодня ездили забирать кучу-кучу посылок. Также мы сегодня заехали в Ашан, и я сегодня снимала для вас интересный вложик. Если вы хотите его посмотреть, то ссылочка будет внизу под этим роликом. Подписывайтесь, чик-чик, один клик. Всех приглашаю! Теперь переходим уже к моим посылочкам и покупочкам. И я думаю, что я поделю это видео на две части, скорее всего, чтобы все уместить и разделить как бы все по рубрикам, да? В первой части я хочу вам показать посылку из Sephora и также покупки из Ашана. А во второй части мы с вами будем смотреть уже мой заказик. Oriflame, девочки, именно Oriflame. Я наконец-таки спустя неделю ожидания своего заказа сегодня притащила целых две коробки. Первая вот такая вот, узенькая. И вторая у меня вот такая вот упаковочка. Что же тут интересно лежит, вы узнаете во второй части, посмотрев обзор заказа Oriflame. Так что сразу посмотрев это видео, бегите скорее смотреть вторую часть, ну а потом уже, соответственно, бегите за вложиком на мой влоговый канал. Ну а теперь давайте перейдем к нашему похождению в Ашан. И сейчас я вам покажу, что я там прихватила. В Ашане было довольно-таки немного покупок. Мы взяли вот такие вот маленькие резиночки, девочки. Здесь в упаковке по 3 штучки, они разноцветные. Эти резиночки делать себе косички, хвостики. Ну и мне тоже, да, когда я заплетаю косички. В общем, резиночки для девочек всегда пригодятся, поэтому их, как говорится, много не бывает. Далее я, проходя мимо полок, заметила вот такую вот для меня новинку. Я не знаю, давно ли она уже в Ашане, но я в первый раз, честно, вижу. Это такая как бы штучка, два в одном. Здесь и зубная паста, и ополаскиватель для зубиков. Это фирма Ашан, как раз таки у них своя, да, от 6+, детская. И эта зубная паста имеет очень приятный аромат клубнички. Меня еще привлекла вот эта вот баночка, совсем не похожая на зубные пасты. Такой маленький, хорошенький футлярчик. Посмотрите, да, какая прелесть. В общем-то, будем тестировать вместе с Викуськой. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Надеюсь, понравится. И следующее, я думаю, наверное, самая большая покупка в Ашане, которая была сегодня, это вот такая вот, девочки, подушка. Да-да, именно подушка. Она размером 50×70. У нас сейчас здесь в комнате находятся вот такие вот подушечки из Икеи. Они очень уже стали такие дрябленькие, скомкались уже, видите, вот раз комочек. Два комочек, тем более детишки постоянно на них скачут, прыгают, мнут как хотят. И мы решили обновить и начать вот с такой вот пока одной подушечки. Давайте ее откроем. Она стоила где-то 100 рублей, вот так вот, да. И мне понравилась вот такая вот расцветочка. Смотрите, очень красивый цвет. Здесь даже не нужно одевать наволочку, потому что она, смотрите, какая пестрая, да. Такая вот красивенькая, такая тепленькая подушечка. Там на витрине стояли некоторые вот такие вот блины, прям совсем пришмякнутые. Но парочку мы нашли пушистеньких, вот таких. И это фирма «Каждый день» ашановская, вот, размер 50×70, да? Так что вот. Коллекция отправляется на кровать. Я тут поставлю прям вот так вот сзади себя на фон и буду на этом фоне снимать. А теперь, девочки, давайте перейдем к следующему. И следующее, что я хочу вам показать, будет моя посылочка из Sephora. Давайте откроем вот такой вот тяжеленную коробочку, девочки. Открываю коробку. Сверху лежит бумажка. Еще бумажка. Еще бумажка. Вот, товарный чек стали печатать на наклейке. Это что-то новенькое. Смотрите. Наклеечка.
интересно. И я вижу здесь подарочки, пробнички. Первый аромат это от Каролина Эррера, да, вот такой вот туфелька. И также второй пробник это вот такой вот. Далее здесь у меня лежит новый шампунчик от Хаск. В Сефоре была хорошая акция на Хаск. И я взяла себе для своей коллекции вот такой вот в этот раз. Это уплотняющий шампунь для тонких волос с биотином. Я про него почитала, и было написано, что он как бы увеличивает объем ваших волос, визуально их делает более пушистыми, такими объемными. Посмотрим, девочки, проверим. Надеюсь, это и так будет. Сейчас проверю аромат. О, пахнет. Пахнет вкусно. Не знаю, чем пахнет, но это очень вкусно. Приятный запах. Свежий такой, яркий, парфюмированный, ароматизированный. Ну, а теперь достаем уже то, что лежит внутри. А лежит тут пакетик. Шучу, конечно. Далее. Пусто. И мне пришли два вот таких вот, девочки, бьюти-бокса Лайк. Это 19-я и 20-я коробочка. В последнее время Сефора очень зачастила с коробочками Лайками, да, практически через одну или даже прямо подряд у них выходят Лайк, короче говоря, да, бьюти-боксики в количестве две штучки, которые отличаются друг от друга там парочкой каких-то средств. Честно, это немножко поднадоело видеть одну и ту же обложку, каждый раз Лайк, да. Мы, конечно, любим получать Лайки, но не в таком виде. И очень бы хотелось, чтобы немножко хотя бы обновили что-то, да, поменяли какие-то названия, что-то сделали с обложкой для разнообразия, потому что вот эти вот однотипные коробочки, да, уже немножко приелись, если честно. Что находится внутри? Как вы думаете, что я сейчас скажу? Все верно. Я скажу, что я не буду сейчас это открывать. Я сниму отдельный ролик, девочки. Там уже посмотрим, что внутри у меня в этих коробках. Распакуем, все рассмотрим. Ждите видяшку на канале. Постараюсь не тянуть с этим видео, да, и все покажу вам. И на этом было все. Не говорю, что все на сегодня, потому что сейчас будет уже вторая часть. Буду показывать заказик Oriflame. Но, кроме как во второй части, мы с вами можем увидеться, конечно же, на моем влоговом канале. Там я снимаю влоги про нашу жизнь, снимаю, что с нами происходит в течение дня и показываю вам самое интересненькое. Все, мои хорошие, до новых встреч, любите себя, всех целую, люблю, всем пока.